Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева, и сегодня я с рубрикой «Прослушал, оценил». Прослушал я роман Тесс Герритсон «Хирург». Роман 2001 года выпуска, перевод на русский язык Ирина Литвинова, чтец Алла Човшик. О чем роман? Он проникает в дома по ночам и неслышно входит в спальни женщин, которые, пробудившись ото сна, попадают в оживший кошмар. Судя по тому, что он проделывает со своими жертвами, можно предположить, что он близко знаком с медициной, и газетчики присваивают ему прозвище «Хирург». В ходе расследования детективы Томас Мур и Джейн Риццолли обнаруживают, что преступник копирует почерк серийного маньяка, убитого 2 года назад, причем копирует до мельчайших подробностей, известных очень немногим. Они решают встретиться с выжившей жертвой убитого маньяка, доктором Кэтрин Кордел. Именно она застрелила своего мучителя, и, похоже, именно она становится главной целью подражателя. С каждым очередным убийством он подбирается к ней все ближе. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил 4 звезды. Я бы сказал, что это обычный американский полицейский детектив про маньяка, если бы не одна особенность. Большой акцент здесь делается на профессиональную деятельность медиков, в частности хирургов. То есть половина книги – это детальное описание этой профессиональной деятельности, вплоть до детального описания процесса хирургической операции, причем не одной. Сразу становится понятно, что автор в теме, то есть она как минимум врач. Несведущий в профессии автор так детально никогда бы не смог описать хирургическую операцию, он бы просто отметил сам факт случившегося, была сделана хирургическая операция. А здесь все описано со знанием дела. С одной стороны, конечно, не очень приятно представлять себе детально, как скальпель разрезает человеческую плоть. Но с другой стороны, проникаешься уважением к автору за знание материала и его реалистическую подачу для читателя. Пиратская копия романа Тесс Герритсон «Хирург» есть для прослушивания моим подписчикам на Boosty с уровнем «Бонусная подписка». Ссылка на Boosty в описании. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись на канал. Узнаешь, какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока!